коллеги. Меня зовут Евгений Камбар, я технолог по представительству ЮПОВ в России и странах СНГ. Сегодня мы будем использовать материал ЮПОВ в процессе кузовного ремонта. Шпаклевка Пластик 6 имеет великолепную адгезию ко многим типам пластика, легкость в обработке и очень плавный переход на пластиковую деталь. Шпаклевка Пластик 6 имеет очень хорошую пластичность, подходит для большинства типов пластика, всегда остается такой пластичной. Шпаклевка Пластик 6 высохла, обрабатываем абразивом P120. Мы обработали деталь P120, как видим, у шпаклевки очень плавный сход на пластик, нету никаких переходов, вышкуривается равномерно с пластиковой деталью.